правильные вопросы, которые нужно задать брокеру, когда вы букируете новый груз. Приветствую вас на моем канале, это рубрика «Английский для водителя-дальнобойщика», и меня зовут учитель Сергей. Добро пожаловать на очередной урок. Сегодня мы с вами разберем и выучим вопросы, которые очень важно задать брокеру, когда вы букируете новый груз. Как дальнобойщик, вы знаете, что приняв груз, вы становитесь ответственным за него от точки А до точки Б. Итак, первый вопрос, который вы можете задать. Where the load is picking up? Where the load is picking up? Где будет происходить загрузка? Дальше вы должны спросить. What city is it going to? What city is it going to? Или такой вариант. Where is it delivering? Where is it delivering? В каком городе доставка? В каком месте доставка? Или вы можете сказать таким образом. Where does the load begin and end? Where does the load begin and end? В каком месте я должен начать поездку и где я должен закончить? Или так еще можно спросить. What is zip code of pickup and destination? What is zip code of pickup and destination? Какой индекс отгрузки и доставки? Это вы спрашиваете для того, чтобы ввести в Google или другую программу, чтобы посмотреть маршрут и сколько миль вам нужно ехать. Дальше вы спрашиваете. How heavy the load is? How heavy the load is? Какой вес этого груза? What is the commodity? What is the commodity? Или же what is the product? Что это за груз? Что это за продукт? То есть вы спрашиваете о названии груза. Что это за груз? Что это за товар? Если вам нужно, вы можете спросить. What are dimensions? What are dimensions? Какие размеры палеты или какие размеры груза, которые вы собираетесь перевозить? Is it palletized or floor loaded? Is it palletized or floor loaded? Этот груз стоит на палетах или загружен прямо на пол? Okay. When is the pickup and delivery date? When is the pickup and delivery date? Какая дата отгрузки и доставки? What are working hours of shipper and receiver? What are working hours of shipper and receiver? Какие часы работы у грузоотправителя и грузополучателя? What are requirements to secure a load? What your requirements to secure a load? What your requirements to secure a load? Какие ваши требования для закрепления груза? Что вы требуете, чтобы груз был зафиксирован? Вы можете спросить более детально. Does it need straps, load bars, tarping? How many? Нужны ли специальные веревки поперечные или нужно закрывать груз специальной клеенкой? Сколько этого добра нужно для этого груза и так далее. И дальше вы продолжаете спрашивать. Is any driver assist involved? Is any driver assist involved? Или можно спросить так. Is any driver assist needed? Нужна ли будет помощь водителя на выгрузке? Иногда требуется помощь водителя на выгрузке, чтобы он помогал двигать палеты к краю прицепа, чтобы дальше мог погрузить, взять, зацепить эту палету и выгрузить. Any lumpers needed at the receiver? Any lumpers needed at the receiver? Означает, нужны ли будут грузчики у получателя? Как правило, нанимают дополнительных грузчиков на доставке. Этим вопросом вы хотите понимать, будет ли организована выгрузка с помощью грузчиков, не заставят ли они вас потом это все делать и помогать. Один из самых главных вопросов. What is the rate? Или же how much does it pay? Какая ставка? Сколько вы платите за этот груз? How long does it take to load? How long does it take to load? Сколько времени занимает загрузка? Или how long does it take to unload? Сколько времени занимает выгрузка? How long does it take to pay me? How long does it take to pay me? Сколько времени вам нужно, чтобы я получил оплату от вас? Еще связанный вопрос с деньгами. How am I going to be paid? How am I going to be paid? Каким образом вы собираетесь мне платить? Имеется в виду, что могут быть разные виды оплаты. И вы хотите знать, какой вид оплаты брокер обычно использует для оплаты перевозчику. Do you pay accessorials? Do you pay accessories? Do you pay for detention? What do you pay for detention? What do you pay for layover? Что вы платите за сверхнормированную задержку? То сколько вы платите, если мне придется ночевать? То есть остаться до следующего дня. И давайте напоследок дам еще два таких продвинутых вопроса, которые вы можете задать брокеру. Is this your load? Or is this load yours? Or are you going to bid on it? Это груз ваш уже 100% или вы будете еще пытаться взять его на аукционе? Это очень важно, потому что брокер может спросить, сколько вы хотите туда-сюда, а потом скажет, я вам перезвоню и пошел торговаться на бирже, пытаться получить этот груз. Еще такой последний вопрос, который вы можете задать брокеру, и он также может помочь вам. Do you have any reloads after receiver?
Do you have any reloads after receiving? У вас уже будет готов следующий груз после того, как я сделаю доставку. Иногда вы можете сразу заказать два груза. Брокер может вам сказать, да, когда вы доставите туда, у меня сразу для вас будет перегруз. И вам не придется ждать, искать следующий груз. Много вопросов мы с вами сегодня выучили. Повторяйте их, как можно чаще используйте их в общении с брокером, если вы напрямую букируете свои грузы. Если вам это видео действительно понравилось и было для вас полезным, то поставьте свой лайк, чтобы это видео YouTube продвигал дальше. Подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе других видео. Также поделитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми. Пишите свои комментарии, замечания, предложения и так дальше. Я всегда рад получать обратную связь от вас. И будьте безопасны на дороге. Drive safe. До встречи на следующем уроке. С вами был учитель Сергей. Пока-пока.